Библиотека первого президента Казахстана, лидера нации, пополнилась новыми книгами. Уникальный подарок преподнес президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. 100 экземпляров эксклюзивного издания бестселлера Джима Коллинза «От хорошего к великому» на казахском языке. Экскурсию для делегации Сбербанка в библиотеке первого президента Казахстана проводят впервые. Фонд культурного и образовательного центра богат на экспозиции. Здесь собрано около 20 тысяч трудов. Помимо этого, здесь хранятся и вещи из личной коллекции Нурсултана Назарбаева. Инновационный тренд в сфере развития информационных технологий. Теперь фонд библиотеки пополнился новой литературой. 100 экземпляров эксклюзивного издания книги Джима Коллинза «От хорошему к великому» на казахском языке подарил Герман Греф. Книгу на государственный язык переводили казахстанские филологи в рамках проекта «Библиотека Сбербанка». Такой подарок, говорит руководитель одного из крупнейших банков России, не случайен. Американский бизнес-консультант, писатель и исследователь анализируют опыт компаний, которые из просто хороших стали выдающимися. Казахстан, отметил Герман Греф, уже стоит на этом пути. Как минимум тридцатку, как говорит ваш президент, ну, может быть и пятерку лучших стран, потому что все шансы для этого будут сохранены. Представители библиотеки первого президента сделали ответный подарок. Тоже книги. Собрание мыслей и изречений Нурсултана Назарбаева. По нашим традициям нам надо тоже обязательно что-то на память подарить. То есть это книга «Времена и думы». Это все мысли. В Сбербанке подчеркнули, книгу Джима Коллинза на казахском языке также получат крупнейшие вузы и библиотеки Казахстана.